переписывались, он скидывает видео из прошлого, типа вся эта хуйня. Потом я смотрю на... я в поле была, я не знаю, рассказывала я это или нет, там... Я была в поле, очень красиво, блядь, было. И там был пенёк. И там какой-то жук был. Я не знаю, как это что называется. Даже не жук, а... Короче, какое-то насекомое, блядь, было, которое летает. И ты снова отправляешь в мое ТГ 50 голосовых, но зачем они мне? И от этого идет кругом голова, когда слышу я твои войсы на изба. Просыпаю звук уведомления. Ты расскажешь мне все свои сновидения, что было на завтрак и как убрала квартиру. По объему больше всех страниц войны и мира. И я снова слушаю, зачем? Не знаю сам, безинформативные звуки твоего голоса. Видимо, это вызывает привыкание. Но что я слушаю? Вот примерное содержание. Типа, ну короче, блин, допустим, типа, я такая, типа, опа, а он вроде и не типа. Хоть и это все уместилось бы в два слова, но ты снова... И ты снова отправляешь в моем ТГ 50 голосовых, но зачем они мне? И от этого идет кругом голова, когда слышу я твои войсы на изба. И ты снова отправляешь в моем ТГ 50 голосовых, но зачем они мне? И от этого идет кругом голова, когда слышу я твои войсы на изба. Что, что, что ж там произошло? В твоем любимом сериале кто? Из твоих подруг вдруг орукалась ее парнем. Расскажи, расскажи скорее мне, бей.